Сюжет не хуже, чем у Мартина Скорсезе в боевике «Отступники». Криминальный авторитет из Петербурга внедрил в ряды полиции своего человека, Евгения Попова. Всего за 7 лет тот прошел путь от простого оперуполномоченного до замначальника отдела. Распутать преступный клубок следствию удалось лишь 3 года назад. И только сейчас городской суд назначил Попову 18 лет колонии строгого режима. Судья Кузнецова не пустила телекамеры на оглашение приговора. Редчайший случай, ведь процесс был открытым. Срок 73 года на шестерых. Настроение осужденных выразили их близкие, совершенно по-хамски сорвавшись на журналистах. Банда держала в страхе Петербург с 2009 по 2016. Похищали людей, отнимали квартиры, подделывали паспорта, убивали. По версии следствия, основатель группировки Ахмед Сахратулаев. Он владел рестораном «Сахара», вел разнообразный бизнес. Но в материалах уголовного дела Сахратулаев криминальный авторитет. Ему, как и Попову, дали 18 лет колонии строгого режима. Кстати, по версии следствия, именно Сахратулаев внедрил Попова в правоохранительные органы. Попов Евгений Витальевич раньше был бандитом, так сказать. А потом, после знакомства с Сахратулаевым Ахмедом, его устроили в правоохранительных органах в Пулково. И дальше он стремительно рос по карьерной лестнице. Оперуполномоченным по Красносельскому району в отделе полиции, замначальника 82-го отдела полиции по уголовному розыску. Дальше он перешел в главк, стал старшим оперуполномоченным 15-го отдела ОРЧ, работал по этнической преступности. Еще один участник банды – одиозный адвокат Александр Кайданов. На очной ставке в ноябре 2016-го сдал бывшего сообщника, что называется, с потрохами. Ахмед является неформальным лидером, осуществляющим крышевание всего арабского бизнеса в Санкт-Петербурге. Вот. Пользуется огромным авторитетом среди бизнесменов арабского происхождения. Мне в данном случае известно, со слов самого Сахратулаева, очень за шутку сказано, за не шутку, что приходилось очень участвовать в финансировании деятельности бандформирования в 90-е годы, период в Чечне. Сахратулаев все обвинения отвергает. То, что он рассказывает, это какой-то... Совершенно это ничего такого не было. Кайданов – кандидат юридических наук, адвокат. В нулевых был заведующим кафедрой правоведения высшей школы при правительстве Санкт-Петербурга. В 2009-м начал решать проблемы не по закону, а по понятиям. Обожал сериал «Бандитский Петербург» и сам снимал фильмы, где неизменно играл главные роли. Слышь, зеленый, ты как с людьми базаришь? Я тебя сейчас конкретно во все цвета радуги распишу. Умри, чупакабра. Кайданов в итоге пошел на сделку со следствием. Ему дали 13 лет за организацию убийства и мошенничества в особо крупном размере. Еще один примечательный персонаж в банде – Сергей Орлов. Он участвовал в похищении и убийстве бизнесмена Кускова, второй жертвы группировки. А в свободное время подрабатывал актером в пикантных фильмах. Он в фильмах для взрослых снимался. Поэтому к нему очень было негативное отношение со стороны многих. Его же товарищи, да. Потому что... Не очень в криминальных кругах любят таких людей. Единственный член банды, признавший свою вину, избежал реального срока. Риэлтор Светлана Боева получила 3 года условно. Владислав Беляков, «Степень защиты».